День добрый, добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы посмотрим на игрушку под названием Duke Nukem Manhattan Project. Это старая, но абсолютно классная игрушка, это экшен-платформер, конечно же, с Дюком Нюком. С Дюкомом Нюкомом. И давайте просто начнем игру новую, пройдем первый уровень, я вам покажу вот эти вот чудесных девчонок, которые у нас здесь есть. Так, давайте это пропустим, потому что это не очень интересно. И почему я еще не стреляю в свинью? Почему я еще... Вот, все, хорошо, мне сейчас дадут стрелять в свинью. А то каждый момент в этой игре, который я не провожу, стреляя в свинью, это потерянный момент. Это пустой момент в моей жизни, который не вернется мне ко мне. Но вот теперь все в жизни хорошо и правильно. И все в порядке. Итак, что мы здесь делаем? Мы спасаем мир девушек и проходим на следующий уровень. Чтобы пройти на следующий уровень, нам нужна карточка, которая откроет нам следующий уровень. А то есть, конечно же, это зеленая, желтая, красная кей-карта. Очень важно, абсолютно ретро и абсолютно чудесно. Так, и... Оп, хорошо, давайте пойдем. Здесь осторожненько спустимся. Оп, пизда. И да, я подготовился. Я подготовился. Я не хотел здесь сейчас зависать, потому что здесь есть пазлы, здесь есть сложные места, которые нужно специально пройти, а то есть нужно просто знать, каким оружием воспользоваться, где что сделать. И это я не хотел зависнуть, просто я не хотел, мне было бы обидно очень зависнуть надолго, поэтому да, я подготовил, я знаю, что я делаю. Так, хорошо, давайте прыгнем и прыгнем. Управление у этой игры, по идее, только на клавиатуре, то есть тут нету прицела мышкой, мы можем вверх или вниз целиться, то есть вот так вот. Но... Я скажу вам честно, оно не мешает. То есть приятно то, что можно абсолютно без проблем перебить все кнопки. И мы можем также прыгать на врагов и наступать на них, как на гум в Марио. Ну что поделать, если свиньи такие же, как и... мягкие головы у них очень мягкие головы. Но, о чем это я говорил? Я говорил о том, что здесь можно перебить кнопки, если вам не нравится стандартное управление, и оно мне не нравится, потому что там нужно на Ctrl, на Alt нажимать постоянно, это нехорошо. Так, теперь, эта штука, по-моему, да, ее нужно взорвать, она ко мне плохо относится. Duke Nukem отлично озвучено, то есть здесь оригинальный актер, который его озвучивал, ну или, по крайней мере, все классические его выражения, которые у нас, за которые мы знаем, любим и уважаем Дюкома Нюкома. Так, хорошо, давайте здесь спустимся, оп, и отлично, идем дальше, и продолжаем, по-моему, здесь мне нужно пройти, да, вот так вот. И скажу вам сразу же, честно, самая чудесная, самая прелестная деталь этой игры, конечно же, для подрастающего Хага была девушки в этой игре. И, в общем, вот они какие. Все треугольные и квадратные. Секси. Да, это просто невозможно отказаться от такой игры, в которой такие треугольные девушки. И давайте тогда пойдем дальше. На каждом уровне нам нужно спасти несколько девушек. Ну, на уровнях, которые побольше, нужно, конечно же, несколько девушек спасти. И открыть карточкой дверь. Мы сейчас идем как раз за карточкой. Так, сейчас давайте пропрыгаем. Так. Дробовик, хорошо. У нас будет несколько разных типов оружия. И они нам нужны, чтобы решать разные проблемы. То есть... Например, конечно же, дробовик решает проблему свиньи намного быстрее, чем, ну, например, пистолет. Но вот сейчас вот мы попадем в такую ситуацию, жареный Дюкомом Нюкомом. Мы сейчас попадем в такую ситуацию, в которой мы не можем прыгнуть вперед и не можем выстрелить из пистолета, потому что мы не можем прицелиться в врага. И нам нужно воспользоваться нашей гранатой, которая у нас тоже есть. Это чудесная вещь, которая расправляется с врагами очень быстро и очень жестоко. Интересно, а где здесь свинья? Почему нету свиньи? А... Не на своем посту был. Но, скажем так, он иногда стоит здесь. Тогда нужно у него бросить гранатой вот так и взорвать ее. Так, хорошо, давайте пойдем тогда с
спустимся, возьмем нашу карточку, взорвем дробовиком все направо и налево, выйдем и пойдем уже на выход уровня. И да, конечно же, я понимаю, что уровень кажется коротким, но пока мы в нем бегаем, пока разбираемся, может быть, вот пока мы пытаемся найти разные секретные места, зачем вот эти вот нюки мы ищем, я, честно говоря, я уже не помню. Они просто зеленые, они крутятся, и у нас классный звук звучит, когда мы их находим. Так что почему бы и нет? Мы не будем отказываться от крутых звуков, которые издает игра, когда мы находим нюки. Так что и так как мы нюкомом, да, так что нам нюкомы мы очень-очень нужны. Хорошо. И вот он, первый уровень пройден. И так, конечно же, по отдельности я бы вам никогда не посоветовал брать эту игру, потому что она старая, она уже, ну, очень-очень старая. И хотя прикольная, динамичная и классная, но это, как бы, да, это прошлый век. Но, с другой стороны, эта игра сейчас часть бандла, то есть Flying бандла, на который вы получите от меня ссылочку в описании видео, о котором я говорил уже вчера в обзорах маленьких игр. И... просто посмотрите, если вы получаете ее как часть игры, посмотрите на нее, если вы человек помоложе, который в эту игру еще не играл, то очень-очень советую, очень прикольная игрушка. И здесь двойной прыжок, который, по-моему, вот с чем, а вот с двойным прыжком игра не очень дружит. По идее, я могу... Да, вот он двойной прыжок. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Может быть, вот... Ну, неважно, я вам так или иначе обещал, только первый уровень, вот он. Все, первый уровень пройден. Вот так вот. Я на этом закончу. Итак, это был Duke Nukem Manhattan Project. Классная старая игрушка, которая является частью бандла, стоит поиграть. При том, что она весит 200 мегабайтов, так что это можно скачать, если вам не понравится, сразу же удалить и забыть. Я тогда говорю вам большое-большое спасибо за внимание, и мы увидимся в следующем видео.